Ну вот насколько тяжело быть таким человеком? Тяжело. Мне кажется, тяжело окружающим или близким людям. Мне не тяжело. Тяжело тому, кто очень близко. Требования ведь к себе – это не самое страшное. Самое страшное, что эти же самые требования проецируешь на других людей. И ты ждешь того же самого, как минимум, того же самого, что как бы поступил ты. И люди не оправдывают это, они и не должны это делать. И самое главное в этот момент всегда себе, как аутотренинг, проговаривать: люди тебе ничего не должны. Ничего. И вот это сложно. Ну, то есть сложно. Бывает, что срываешься, ну, естественно, уже дома, да, когда никто не видит.